Вот эти вот непуганные туристы не поверили официальным предостережениям. Они все-таки приехали в Египет и оказались перед закрытыми воротами. Я с детства мечтал увидеть пирамиды, и вот я здесь, а передо мной замок. Почему бы ворота не открыть? Ничего же не случится, только заработают. Что им, деньги не нужны, что ли? На базаре тишина. Торговцы сувенирами даже не стали открывать свои лавки. Из-за протестов тут все вокруг перекрыли. Туристов нет. Ни в гостиницах, ни у пирамид. Все перекрыто, вся страна рушится. Каждый пятый египтянин живет за счет туризма. Километровые пляжи, памятники древнейшей культуры. В прошлом году они привлекли в Египет 14 миллионов туристов со всего света. Теперь не только торговцы на базаре надеются, что положение в стране нормализуется.